Всем приятной жизни. Это Шашлык, мы продолжаем играть в Angry Birds 2. Так, ну и давайте попробуем все-таки пройти 179 уровень. Должно у нас получиться, ну, если не получится, ну что поделать. Так, падаем. Блин, ну какого черта? Что это вообще со свинина с этим зонтом? Как так-то вообще? Так, ладно, с двух птичек мы в итоге прошли. Я считаю, нормально. Ну, то есть это не ужасно. Ну и не убер-трубер. Как я сказал, это не ужасно, но и не убер-трубер. Так. Да ладно, здоровая толстая птичка не завалила этот. Бумк. А ну-ка еще разочек. Бумк. А ну-ка. Эх. Мимо. И, кстати, они не в перепасовке, эти фонари. Так, ладно, делаем вот так. Тут, в принципе, все. Это тоже с двух птиц мы прошли, получается. А, или нет, или... Или со скольки. Так, вот тут на самом деле сложный этот. Почему сложный? Потому что... Блин, лабуда какая-то получилась. Я не знаю, стоит, наверное, попробовать зачепить вот тут вот у основания, чтобы она, да, вот так вот упала. Ну, блин, вот этот на парашютике собака пролетел так неудачно совсем. Я даже не знаю, попробовать тут ТНТ-ху сдетонировать. Ну и чё, мне белую тратить на этого на парашютике? Ну, потратили, ок. Да, третий этап, конечно, подстава был. Подставной. Ну, тут, конечно, все изи. У основания взрываем, все это дело падает. Даже не обязательно, как казалось, взрывать. Да, четвертый этап изи-страйковый. Блин, пятый этап тоже страйк, но мы не взяли... Я промахнулся мимо этой. Так бы можно было бы две доп-карты жапнуть. Блин, я не знаю. Ну, давайте вот так пробовать. Так, ТНТ-шка раз, ТНТ-шка два. Ну, вот, а устояло вот это. И как бы... И маг сидит... Эч! И маг как бы заспавнился на крыше. Ну, то есть... О, уточку. Он в уточку превратился. Слушайте, а ведь на самом деле с видео есть шансы. А ну-ка, дайте мне птичку. Одну свинтусу добить. Если это не синенькая заспавнится. Нам, потому что синей птицей мы не пробьем. А, в принципе, ну, желтая тоже под вопросом. Но остальными должны пробивать. Так, продолжаем. Ну, красная должно ее хватить. Гэчик. Ну, пожалуйста! Да ну нафиг! Ой, трэш, ребята. Вот это называется трэш. Блин, просто фейл. Я в шоке. Я просто в дичайшем шоке, ребят.
от того, что только что произошло. Ну и что ты не схватил-то? Блин, ну вот кто вообще расставил такую компоновку? Придется бомбарду туда кидать. Ну а что делать? Ну а что делать? Я не знаю, что делать. Ну тут всегда это такая... Я не знаю, даже весь прикол, когда я у самого основания пробиваю, она все равно не... О, хотя это страйк. Слушайте, на здоровой птице и в самую верхушку кидать, и будет счастье. Вот этот самый сложный этап из всех. Ну, по... Эх. Так, ну тут, я думаю, можно ТНТ-ху детотнуть. Ой, и эту, давай, ну. Не, никак. Зараза. Так, ладно, пробили таким макаром. Ну и чё? Не, ну здесь-то понятно, здесь... Хотя у меня такие птички, ну, можно вот этой вот страйкануть. Да, страйканулось оно все. Все нормально. Так. Теперь тут. Блин, а как я это вообще проходил? Вау, то летело вообще. Ну, давай, пожалуйста, зацепи. Ай, хорошо. Но что толку? Птицы-то у нас нету. Как я вот это проходить буду? Как? Без птиц никак. Еще раз надо. Вот, блин, сделают это они специально делают уровень, чтобы донатили таким сложным его. Да ну нафиг, ну залетело сюда, да идите в сраку просто с такими. Все четко делаешь, блин, оно не детонируется. Теперь сдетонировалось. Просто какой-то говно-трэш. Блин, еще и этот на зонтике заспаунился. Нет, я так не хочу. Это какая-то лажа. Не надо мне там спаунить никого на зонтиках. А ну-ка. Оп. Вот это я понимаю, старт. Вот это хороший старт. Страйк с белой. Так, здесь я толстой у основа... Ну, блин, тут у меня нету такой толстой. Попробовать этой в ТНТ-ху тут залететь. И ее сдетонировать. Что, в принципе, получиться могло. Ну, лажа получилась. Лажа, придется синюю закидывать сюда. И, наверное, желтую закидывать туда. Да, не совсем то, что я хотел. Вот этот самый сложный, эпичнейший сложности уровень. Так, но эти не должны сильно останавливать. Ёптель, да это ж почти страйк. А вот тут у нас реально появился шанс
Вот тут у нас реально появился шанс. Мы из двух птиц прошли третий. Обычно я там больше трачу. Так, ну правда здесь, блин, все сложнее стало. Дайте в ТНТ-ку задуем. Сразу. Ой, орла дали. Эй, ну блин, как же так? Ну как же так, а? Так, ну орла надо тратить только на четвертый этап. Фак. А тут я перчиком не пройду. Блин, ну это тупо. Это реально тупо. Ну ладно. Четвертый этап, у нас есть орел. Вот тут бы... Ой, у нас есть перчик. Вот тут бы орел, конечно, прошел идеально. Блин, попробуй. Вот ты получше. Никого не мог там найти себе в цель. Так, ладно, давайте возьмем видео. Птицу с видео. Так. Идеальный просто заспаун птицы. Ну как так получается? Почему мне суют этих синеньких? Не, вы понимаете, вот единственная птица, которой я здесь не проходил, это синяя. Потому что у нас вот, видите, да, еще одну бы нам дали. И мне дали синюю птицу. Ну почему? За что? Что я такого сделал этому уровню, что он... Нифига не проходится, блин. А, кто мне скажет? В чем моя вина перед этим уровнем? Ой, мама дорогая, блин, а? Так, в прошлый раз я эту шнягу кидал в самую верхушечку. Ну, надеюсь, в этот раз сработает тот же. Нет, нифига. А в этот раз фигушки вам по макушке. Фигушки по макушке. Так. Ладно, ты давай ТНТ-ху тут детонируй, да и все. У нас есть, в принципе, перчик, это уже хорошо. Это уже хорошо. Так. Тут надо, наверное, попробовать как-то зарушить вот эту вот конструкцию. Вот, отлично, отлично. Ой, как хорошо, мы на третьем этапе сделали страйк. Компенсация. Так, четвертый этап. У нас, по-моему, есть красная с задувочкой. Да, есть красная с задувочкой. Просто задуваем вот тут вот основание. Эчка. И все, эта конструкция падает вообще изи-бризи. Так, у нас есть насосик. У нас есть перчик. У нас есть белая птичина. Тут должны проходить. Кстати, можно попробовать насосом вполне. Давай, бум. Ну, блин. Почему вот эту-то ты не накачал? Да твою налево, ну твою налево. Ну да! Отлично. И четвертый этап. Так, ну давайте начнем... с обрушения вот этой башни. Она на трех шарах, твою мать! Твою просто налево, а? Нет, вы вообще осознаете? В очередной раз все зависит от того, какую карту нам с видео дадут. Дайте карту с видео нормальную. Там, черную бомбу. Все, сразу изи. Так, ну и какая же карта это будет?
красная задувка. Но один раз она нас уже подвела. Гэчк. Да, наконец-то этот уровень пройден. Наконец-то. 3 звезды. Да вы что? 3 звезды. Вот спасибо, хорошо. Положите на комод. Так, ну давайте теперь смотреть босса. Посмотрим, чё за босс. Так, ну начинается все с тупорылых шариков. Пытаемся их подвзорвать, ну точнее подскинуть. Так, ну это изи страйк, я так понимаю, тут же внизу нету земли, куда ему можно было бы приземлиться. Так, окей, босс 5-этаповый. Так, эти ж стреляют. Гэчик попробуем сделать. Так. Блин, а этот говнюк все-таки упал, да? Давайте тут снизу подорвем ТНТ-шку. Блин, я вообще-то хотел подорвать ТНТ-шку. Вот мелкий свин, я его, честно говоря, даже не видел. На, типа. А, там еще! Да ёперный кардибалет! Вот кому это нужно, а? Опять же, не видишь их сразу. А потом получается так, что фейл. Блин, здесь еще и принцип домино. Так, ну я думаю, можно... Так. Вот вопрос, зарядить в ТНТ-ху или тупо в эти деревяшки? Наверное, тупо в эти деревяшки. А ТНТ-ха тоже сейчас сработает, да. Отлично, предбоссовый этап с башней. На башне никого нет, кстати. Башня падает, падает, падает. Падает башня. ТНТ-шка тоже детотнула. Так, тут все тоже упало. Так, ну до босса мы дошли, это уже радует. Что за босс? Ой, а босс еще и без этого, свалить его. А, ну он, в принципе, смотрите, он, наверное, в этот цветок должен как-то падать, да? То есть, ну давайте посмотрим, куда его этот цветок выпуливает. А цветок его, кстати, нормально выпуливает. То есть, ну, сейчас его конструкция завалит. Нет, не завалит. Блин, а давайте возьмем карту с видео. Не нужно никуда звонить. Так, окей. Ну, в принципе, хорошая карта. А, да, сработало, слушайте, заваливает его. Реально. О, мы еще и босса прошли. Шикардосно вообще. Наверное, тут 2 звезды. Нет, 3. Здорово. Великолепно, прошли босса. Слушайте, это меня радует. Это меня радует. Это меня очень радует. Так, он теперь на 190. Замечательно, мы открыли новый городок. Новый городок. Стейкгольм. Стейкгольм. 181 уровень. Офигеть, мы 180 уровней прошли. Осталось-то уже ерунда. Их, по-моему, всего 280, да? А, 260 даже. То есть нам уже меньше 100 уровней осталось. Скоро мы уже 200 пройдем. Так, ну ладненько, я, пожалуй, на этом тогда этот выпуск и закончу. Большущим спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.